Новости спорта. 6 августа на стадионе «Металлург» состоялся очередной матч в рамках чемпионата России по мотоболу. Видновский «Металлург» сразился с ипатовским «Колосом» из Ставропольского края. Итог этого турнира был очень важен для видновчан, так как в случае победы они автоматически за 4 тура до финала стали бы победителями чемпионата. Сейчас «Колос» является основным соперником «Металлурга» в российском мотоболе. И от этого состоявшаяся игра получилась захватывающая и непредсказуемая. Подробности матча и его результат в репортаже Юлии Погосян. Рев мотора, звук судейского свистка, крики игроков – это снова мотобол. Команда «Колос» в минувшую среду своим категоричным желанием победить создала на поле напряженную обстановку. Поэтому «Металлургу» пришлось показывать всю свою мастерскую игру, чтобы счет шел в его пользу. Первый гол был забит капитаном видновской команды Владимиром Сосницким. К сегодняшней игре мы подготовлены, у нас лучший настрой. Вот мы на всех позициях их опережаем. Вот, проигрывают они в скоростях, в комбинации. Да, может, у «Колоса» и есть задатки, чтобы соперничать с «Металлургом», но с видновскими мотоболистами, которые уже 27 раз становились чемпионами России, невероятно трудно конкурировать. На протяжении 30 лет они продолжают отстаивать звание лучшей мотобольной команды страны. А так расслабляться нельзя. Много опасных моментов. Я думаю, еще они себя проявят. Игра завершилась со счетом 9-2, и это значит, что «Металлург» досрочно взял первое место в чемпионате России по мотоболу 2014 года. Впереди нашим мотоболистам предстоит еще одна игра дома 24 сентября с Чечней и две на выезде, после чего они законно станут победителями и привезут домой очередной кубок. Однако времени расслабляться совсем нет, ведь скоро, 10 сентября, стартует традиционный международный турнир в рамках празднования 85-летия Ленинского района. Дорогие болельщики, с удовольствием будем вас видеть на трибунах, потому что турнир должен быть интересным. Мы пригласили сильные команды, сборную Белоруссии, сборная Краснодарского края и Тихорецкого. Те команды, которые борются за призовые места в чемпионате России. Турнир должен быть интересным, поэтому будем рады всех видеть на этом турнире. Будем ждать новых побед и достижений от любимой видновской команды «Металлург». Юлия Погосян, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.